Отделение по вопросам миграции ОМВД России по городу Губкинскому завершило переезд в здание налоговой инспекции. На прошлой неделе оказание услуг жителям города осуществлялось через МФЦ. Сегодня отделение по вопросам миграции работает в обычном режиме. Осуществляет прием по новому юридическому адресу. Микрорайон номер 10, дом 22. Здание налоговой инспекции, вход с левой стороны здания. График приема граждан осуществляется со вторника по пятницу в период с 9 до 18 часов. Перерыв с 12.30 до 14. В субботу с 9 до 13 часов без перерыва. Выходные дни, воскресенье, понедельник. Номера телефонов отделения по вопросам миграции остались прежними. 355-00, 353-23 и 307-29.